Добрый вечер моим друзьям, всем привет. Наконец я на мастерской. Вот такое блюдо нашел я у себя из липы. Оно давно у меня стоит, выбирал я дисками вот такими вот. И сейчас попробую вот этим вот таким вот кругляшком диском сточить борта. Уж очень оно такое массивное. С липой работать вообще, ну, как-то у меня не лежит душа. Больше с твердыми породами поставил на струбцины. Крепко стоит. Не хотел я делать эти упоры вот такие всякие. Они. Выберу здесь. Передвину струбцины вперед. Очень редко работаю этим диском. Хорошо он дерет, но за счет того, что он малого диаметра, надо его хорошо держать, как и все остальные диски. Ну, пылесос потом включу, уберу. Я хочу немножко углубить его и снять лишнее. Поэтому маска обязательно. Ну, липа, пахнет липой. Покажу, что получится. Ну, вот так пока получается. Потихоньку снимаю внутренности. Пенек был ствол неправильной формы. Вот тут вот идет немножко на расширение. Вот так вот, если показать. Но я не хочу кору полностью снимать. Хочу оставить. Оно будет вот таким вот. Может быть, здесь чуть выше. Вот так сниму. Хочется какой-то добавить оригинальности, но в то же время оставить кору. Это вот ясень в свое время треснул, тоже спил был. Я вставил вставку. Получилась такая вазочка получилась. Но здесь я не знаю, чтобы еще такое. Внутри хочу гладкое сделать. Вот убрал эти. Вот видите, какая неровность. Это все будет убираться. Здесь, видимо, что тут можно? Только тут толщина порядочная. Тут хотел как бы ручки тут сделать. Оно неправильной формы. Да, видимо, надо здесь снять. Не будет здесь ручек, и кора треснула маленько. Плавно сравняю, немножко кора будет, лаком покрою. Видно, что она пока грубоватая, очень толстая здесь. За счет того, что ствол был таким. Но остается только шлифовка и шлифовка. Вышлифовывать эти, может быть, шаром. Все, уже 10 часов вечера, надо потихоньку сворачиваться. Идти. И чай поесть что-нибудь. Липа, она без особого рисунка. Если тут на ясене годовые кольца, тут более-менее поджег немножко. Еще шлифануть лаком.
маслом, лаком нормально будет. То липа, ну, чтоб только не стояла над душой. Вот оно, неправильная форма. В этом ее оригинальность. Всем добра!